Почему мы не помним себя в младенческом возрасте? Привет! Это проект популярной географии на канале Вселенная Beautiful World. С какого возраста мы способны вспомнить себя? И почему именно с него? Этот вопрос интересовал, наверное, каждого. Неудивительно, что ответ на него искали многие ученые. Среди них невролог Зигмунд Фрейд и психолог Герман Эббингаус. Была своя теория памяти и у физика Роберта Вуда. Но именно Фрейд ввел термин «детская» или «младенческая амнезия». Обычно отдельные воспоминания о детстве начинаются примерно с 3 лет, а более развернутые – с 6-7. Правда, бывают исключения. Иногда дети рассказывают о событиях, которые происходили с ними, когда им не было и 1,5 лет. Но в этом случае трудно понять, помнит ребенок это сам или ему помогли рассказы взрослых. Так Лев Толстой в повести «Моя жизнь» писал, что помнит себя с 10-дневного возраста, то есть с крестин. Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу это сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Роберт Вуд считал, что детскую память о событии можно закрепить при помощи добавочных ассоциаций. Чтобы исключить влияние рассказов взрослых на воспоминания ребенка, он поставил следующий опыт. В течение недели ежедневно ставил в камин статуэтку собаки и клал ей на голову кусочек пушечного пороха. Держа на коленях свою 1,5-годовалую внучку Элизабет, Вуд поджигал порох, и тот ярко вспыхивал. При этом физик говорил, это фази-вази. Когда внучке было около 5, он однажды сказал фази-вази. На вопрос Вуда, что это значит, она ответила, вы ставили собаку в камин и клали ей на голову огонь. Впрочем, детские воспоминания ненадежны. Психолог Элизабет Лофтес подтвердила это экспериментом. Сочинила правдоподобную историю о переживании, которое привлеченные ею к опыту добровольцы якобы испытывали в детстве, потерявшись в супермаркете. А для убедительности сослалась на рассказы родителей. Разумеется, ничего подобного родители не говорили. В итоге 30% участников эксперимента признали историю истиной, а некоторые даже подробно ее вспомнили. Получается, если человек принял выдумку, впоследствии он просто дополняет чужой рассказ личными внутренними образами и перестает отличать ее от реальных воспоминаний. Поэтому изучать память детей намного сложнее, чем взрослых. Фрейд считал, что воспоминания стираются, чтобы вытеснить первые переживания ребенка. Травмы могут быть как ранние моменты, связанные с познанием своего тела, так и случайно подсмотренный родительский секс. Ученые выдвигают и другие версии. Второе объяснение более материалистическое. У ребенка не развит в достаточной степени отдел мозга, отвечающий за запись воспоминаний, то есть гиппокамп. Полностью он формируется к 7 годам и продолжает развиваться в юности. Именно поэтому детство и отрочество – идеальный период для обучения. У младенцев, увы, нет такого инструмента для записи событий. Нет и самой записи. Объяснение третье. Во всем виноваты растущие нервные клетки. Мы привыкли говорить, что нервные клетки не восстанавливаются, но раннее детство как раз время интенсивного развития клеток головного мозга и формирования новых структур из них. Правда, в ходе этого развития часть прежних структур становится ненужной. Активно накапливаются свежие воспоминания и столь же активно стираются старые, чтобы не перегружать информацией пока не окрепший детский мозг. Все логично. Зачем хранить то, что с точки зрения растущего организма более никогда не понадобится? Впрочем, существует гипотеза, что ранние воспоминания где-то хранятся, но доступ к ним мы не имеем. Объяснение четвертое. Способность помнить связана у детей с развитием речи. Ребенок запоминает только то, что сам может выразить словами. Нет слов, значит нет и воспоминаний. Дети, которые поздно научились говорить, воспроизводят меньше событий, чем их более разговорчивые сверстники.
Наконец, еще одно объяснение. Во всем виноваты родители. А нижняя граница детской памяти определяется особенностями окружения. Доказано, что в разных странах средний возраст, в котором человек начинает помнить себя, отличается примерно на 2 года. Если в культуре стран принято интересоваться воспоминаниями ребенка и беседовать с ним, рассказывать семейные предания, истории, он помнит себя с более младшего возраста. Если же детские воспоминания никого не интересуют, ребенок будет помнить о себе намного позже. Отсюда вывод. Если заниматься с малышом, его память будет иметь больший объем. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!